Если внутрь плоского конденсатора поместить диэлектрическую пластинку, то емкость конденсатора увеличится. При этом, если конденсатор был предварительно заряжен, то разность потенциалов между пластинами уменьшится, поскольку заряд на конденсаторе остается одним и тем же. Мы помещаем между пластинами конденсатора пластинку из оргстекла, диэлектрического материала, и видим, что действительно разность потенциалов уменьшается. Это происходит из-за того, что в диэлектрике электрическое поле ослабляется и уменьшается, соответственно, разность потенциалов. Емкость конденсатора при этом увеличивается. Вынимаем пластинку, емкость уменьшается, разность потенциалов вновь увеличивается.